Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы продолжаем играть NFS No Limit, и проходим также события, новые события, ребята, давайте посмотрим, что же там такого интересного есть. Дуайн нас встречает, говорит: «Йоу, надеюсь, ты надел свои лучшие темные очки, чтобы тебя ослепила та красота, которую я тебе нарыл на эту скоростную полосу». Так, с пылу жару, это новейшая BMW M2 купе. Так, порви там всех и покажи, что M2 это больше, чем просто смазливая мордашка. Окей, глава первая, прогулка. Наград у нас 10 золота и 10 чертежей. Давайте начнем. Начнем, я сказал. Но, давай, все, окей. Награда за первый день. Событие первое, час пик, и полетели, ребята. Ну, давай, грузись, не тормози. БМВшечка М2 у нас. Также 5 билетиков. Мало, конечно. Вот было бы 10 билетов, было бы просто супер. И было бы, конечно, круто. Вот. Но, может быть, в дальнейшем мы с вами еще задонатим. И тогда у нас еще и будет, ребята, VIP. VIP-статус. И когда VIP-статус, вроде бы там билетов можно использовать побольше. Так, 2, 1, поехали. Кстати, зеленая зона у BMW на M2 больше. Это хорошо, давайте нитро. Так, чуть-чуть подрифтим мы с вами. Трассы вроде бы те же самые, ничего нового. И я-то думал, что на каждое событие новая трасса, оказывается, нифига, ребята. Вот. Оказывается, в новых событиях точно так же, как и в карьере. Мы гоняем по тем же самым трассам. Отлично, выиграли. В принципе, в самом начале ничего сложного. Вот дальше, конечно, будет сложнее. Давайте идем дальше. Прототип первичного вала получаем. И, конечно же, ребята, не забываем сразу же прокачивать. Реклама у нас идет. Так, гараж с событием. И разгончик улучшаем. Первичный вал устанавливаем. Выходим обратно. Что за задание мы тут выполнили? Давайте возьмем. Отлично. 7 уровень. Новый уровень у нас. И получаем мы с вами, что тут такого. Так, повышение уровня наград, новые поставки, открыта зона магазин тюнинга, отлично. Пополнение топлива, получено золото 15, окей. Пока что, ребята, я не прохожу карьеру. Это все будет позже. Пока что по событиям. Событие второе. Поехали. Средняя гоночка и на время погоня через Black Ridge Strip. Событие второе. Заставочка у нас старта. И что же тут? Мы заметили, что у нас совсем нету болтовни, как у UM. UM, там каждая гонка была болтовня, как-то нас там бодрили или даже оскорбляли, можно сказать, всяческим образом, типа салага, все дела. Вот, а потом уже в конце все гордились. Ну, к сожалению, ребята, прошлое событие я не смог пройти полностью и не получил Mercedes. Вот. Но надеюсь, в этот раз у нас все получится, и мы получим Бэху и будем гонять, будем всех рвать нашей Бэхой. И чтобы, ребята, не пропустить, обязательно подпишитесь на канал и еще нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Завершили. Рекорд времени 38 секунд. Открываем мы с вами прототип термодатчика. И нам нужно сразу же, конечно же, установить. Так, магазин тюнинга. Давайте зайдем, посмотрим быстренько, что там у нас. У нас отдельные единицы, кстати, для тюнинга нужно копить. Тебе не приходила мысль сделать внешний вид своей машины уникальным? Это отличный способ выделиться. Так, этот грязный чувак у нас, Тайлер, появляется. Ну, такой грязненький у нас. Так, у тебя полно очков внешнего вида, так что пора заняться тюнингом. Окей, Ким, не оставляет это так. Тайлера, да, надо запомнить его имя. Не оставляет Тайлера наедине с аэрозольной краской, если кричащие цвета в нем. Ёпта, блядь.
Ким, не оставляй Тайлера наедине с аэрозольной краской, если кричащие цвета не в твоем стиле. Вот так вот. Ну что ж, ребята, у нас тут тюнинг. Давайте зайдем, быстренько посмотрим и продолжим дальше уже наши события. Цвет, и также мы с вами можем всякие части автомобиля также менять, прокачивать, улучшать вид и цвет. Но это мы посмотрим позже с вами. И давайте продолжим проходить наши события. Событие идет всего 4 дня. Так, глава 1 у нас и событие 3. Давайте минус билетик и событие 3. Охотник, езда через мост Айрборг, что ли, или Айрборг. И полетели догнать и выиграть. Сейчас мы тебя догоним. Так, дрифтуем, конечно же, для того, чтобы набрать побольше азота. И разгончик, ребята, давай побольше дрифта, чтобы было много кредитиков. Давай, пока. Вначале, конечно же, мы видим, что у нас, ребята, все просто. Ничего сложного. Но надо потихонечку готовиться к финалу. Там будет все сложно, ребята. Идем мы с вами дальше. Получаем, давайте, прототип клапана. И сразу же, конечно же, повторяю, гараж событий. Сразу же устанавливаем. Так, это у нас прототип термодатчика. Установить. Выходим обратно. Сразу же устанавливаем мы с вами клапан. Устанавливаем. И что-то мы тут выполнили. 20 репутаций получаем. Возвращаемся к событию. И вроде бы у нас репутация 2x, событие 4. Гонка, минус 1 билетик. И в воздухе прибрежный. Да что так быстро все грузится у нас? Ну, это в принципе неплохо, это хорошо. Так, давайте сразу дрифтуем. Взлет. Отличненько. И давай заходим с дрифтом в поворот, чтобы... Так, пора уже бы нам нитро включить. Воу! Тихо, дружок мой. Тихо. Нельзя так разгоняться сумасшедше. И... В полете, ребята, мы с вами завершаем эту гонку. Первое место, конечно же. И получаем мы с вами маховик. Маховик, который мы сейчас сразу же и прикрутим. Ребята, у нас еще одно событие в первом дне. И мы завершаем первый день. Так, устанавливаем. Идем обратно. Так, событие 5. Гоночка. Нитронатиск. Самый сложный, мне кажется, нитронатиск. Проезд через Харбор Таун. Вот. 354 РП нам нужно. И... Да, самый сложный все-таки нитронатиск. Мне кажется, если пропустишь эти полоски нитро, то все, ребята, это уже не исправить. Погнали. Идеальный старт. О, кстати, мы, ребята, ночью с вами гоняем. Давайте нитро сразу же включаем. Отлично, полоску не пропустили. И вот тут уже... Вот все, пропустили полоску. И это, ребята, очень-очень-очень плохо. Да ё-моё, эту тачку просто не остановить. Давай иди сюда, полоска. Так, 3 секунды, и мы успели. Фу, ну нам повезло, мне кажется. Кажется, нам просто повезло, потому что мы очень много полосок пропустили. Машина прям неуправляемая во время нитро... выпуска. Получаем мы с вами вал, и глава завершена. Ребята, открываем золотишко 10 и чертежи. Сейчас сразу же нашу тачку улучшим, и через 10 часов у нас начинается, ребята, новая глава, вторая, и называется концентрация. Вот. Недостаток билета мы можем также посмотреть, конечно же, рекламу и ускорить весь процесс. И
Пока что, ребята, не открылась вторая глава. Нам нужно зайти в первую. Пока что билетики у нас в излишке. Нам нужно проходить события повторно для того, чтобы получать новые детали и улучшать нашу тачку, чтобы в будущем не стопорилось. То есть бывает такое, что для того, чтобы начать новую главу, новый день, нам нужно прокачать нашу тачку, и у нас нету деталей, и эти детали мы можем зарабатывать, пока что не открылись следующие события. Так, давайте перестраиваем. Что такое? А, нам нужно улучшить тачку, наверное, да? Давайте чертежи. Отлично, стадия 2 завершена. Такая музыка у нас крутая. И вот такая тачка. Вот. И что? У нас не будет меняться вид? Нет, не будет. Окей. Давайте разгон. Перестраиваем. 200 у нас кредитов уходят. И первую... Так, это вторая звезда, да. Две звезды. Окей. Давайте выходим. И будем копить мы с вами билетики. И будем пока что улучшать нашу тачку. И уже в следующей серии начнем новую главу, ребята. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Также комментируйте видео и делайте репосты. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.